Спокойно доходит до Михайлова Артема. Михайлов кидает длинную во фланг. Черный фланг. Центр. Козина Преснякова. Новая подъезда. Шум. Передача. И поставленная. Чуть назад. Опасный момент. И все-таки забивает. Забивает пластилин. Это 3-1. Здорово. Получил. Набуталова. Буталов. 4-1. Подачи. Новобламова. 4-2. Совершенно один. Даже рядом. Перехват. Дальнюю. Это 4-3. 4-3. Фаворитов. Претензий не меньше, чем есть первый. Чернышов отдал, а Каль забил. И это что, сразу что ли? Грудью поставил Петухов, развернувшись, даже может быть как-то каким-то чутью. Петухов вернул Копейкин, посмотри от веса. Тимошин инвертированно пойдет под рабочую, не, а вернет. И один есть, отдал он Финогенов, один отквитал, да, на попытки сбегать в контратаку, Чернышов, вот это хорош. Не, а Семенов головой скинул. Подобрал противник. Что теперь? Удар не выходит. Вот так вот. Вот так вот. Я думаю, все-таки Динамо синий. Динамо, пониже прошлый дом строй капитал. Красильников обрезался в подкате. Отвалилась. Из подбора. Без руков. И вот показывает там что-то, перекрестив руки. То ли отдал это, получается, Лебедев.